В Оренбурге под колесами КамАЗа погибла студентка. Водитель КамАЗа не пропустил встречную машину и решил свернуть налево. Грузовик врезался в иномарку Kia, которая отлетела в еще один транспорт. Затем большегруз выехал на тротуар, где совершил наезд на 21-летнюю девушку, после чего протаранил забор. К сбитой оренбурженке подбежали очевидцы и работники рядом расположенных медцентров. Однако помочь ничем не удалось. Погибшая являлась студенткой Института путей и сообщений. Родные и близкие убиты горем. Она была добрым и жизнерадостным человеком. Семье сейчас очень тяжело. Боль родителей, потерявших ребенка, невыносимая, говорит подруга погибшей. Очевидцы сообщают, что водитель еле стоял на ногах. По данным сотрудников полиции, 61-летний шофер был пьян. Возбуждено уголовное дело. Водитель арестован.